Надежность, прозрачность, оперативность. В республике вот уже полгода реализуется портал «Электронное ЖКХ». Проект «Дом онлайн» был разработан как единая система по начислению и сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги населения. Какие изменения произошли с внедрением электронной системы, расскажет Любовь Васильева. Оправданность внедрения электронной системы оплаты за коммунальные услуги среди населения можно проверить на практике. Госслужащая Юлия Николаева часто по нагруженности задерживается на работе. Поэтому проект, который заменил плановые походы в управляющую компанию, дает полную информацию по квитанциям и экономит время, считает, полностью себя оправдал. Она уже третий месяц оплачивает услуги ЖКХ по интернету. Это позволяет мне, как человеку занятому, госслужащему, избегать вот этих всех очередей, которые нас ждут, да, если мы придем в свою управляющую компанию, и с тем самым экономить время, которое мы можем потратить на своих близких, на семью. Я считаю, что это очень хорошо. Процедура регистрации и оплаты в режиме онлайн только вначале кажется сложной. Потом эта работа доводится до автоматизма и занимает всего несколько минут. Далеки от этих новшеств более старшее поколение людей. Вообще не умею не пользоваться. Умеете, да? Угу. Всегда через кассу. Бабушек надо учить, наверное, интернету. Ну, мне кажется, оплачивать с интернета – это удобнее, прежде всего, жителям многоквартирных домов. Тем не менее, количество активных пользователей электронной услуги растет с каждым днем. Для этого человек должен быть зарегистрирован в портале госуслуги.ру, далее по адресу dom.e-yakutia.ru. В электронных сервисах выбираем оплату за ЖКУ, вводим данные по квартире и далее по выставленному счету производим оплату по банковской карте. С 1 марта этого года «Дом онлайн» введен в эксплуатацию в городе Якутске. На сегодняшний день к данной системе подключено 234 управляющих компаний ТСЖ, а это более 20 тысяч многоквартирных и жилых домов и более 140 тысяч лицевых счетов. Плюсы очевидны, то есть у управляющей компании появилась возможность снизить свою дебиторскую задолженность, у ресурсоснабжающих компаний появилась возможность получать деньги сразу, появилась возможность для населения оплачивать услуги за ЖКХ в онлайн-режиме. В первую очередь система «Дом онлайн» ориентирована на потребителя. Население должно понять, что каждый из нас дистанционно имеет право следить за своими счетами в сфере ЖКХ. Она направлена на обеспечение прозрачности и открытости платежей. Сегодня можно, воспользовавшись информационными технологиями, увидеть свои начисления, каким образом, правильно ли начисляется их квартплата, на какие те же вот исходные показатели, да, на какую площадь, на какое количество человек, если там нету приборов учета. И поскольку сегодня жилищное законодательство меняется очень динамично, вот создание такой системы, конечно, оно должно помочь решить многие проблемы, которые существуют в отрасли. В ближайшее время проект будет внедряться во все муниципальные районы. Граждане, поставщики услуг и органы власти должны понимать, что портал «Электронное ЖКХ» предоставляет взаимовыгодные условия для делового общения всех сторон и должны активнее включаться в реализацию системы «Дом онлайн». Любовь Васильева, Гаврил Дьячков, Владимир Павлов, НВК «Саха», Якутск.